Всем привет! Сегодня в Охотника Нет у нас самая бюджетная винтовка от шведской фирмы FX. Здесь все равно стоят очень качественные смут-твистовые стволы, утка-твистовые. Винтовка не оснащена манометром, это ее главный недостаток. Ствол здесь 500 мм, 6.35 у нас калибр, установлен прицел Discovery. Вот, ВТ-2, такая, скажем, средняя по цене линейка. Пуля 1.6. Посмотрим, что она выдает. Хронограф не показал. метров в секунду. У нас получилось. Давайте стрельнем еще раз. Понять. 268 метров в секунду. Это пуля 1.6. Но можно настроить и больше, в принципе. Вот. То есть винтовка позволяет точно стрелять на расстоянии там как бы до 100 метров. Сейчас будем делать из Т-12 отстрел на 50 метров. Конечно, это не супер. Винтовка из FX, самые точные винтовки FX — это Impact и Crown. Хочу напомнить, прицел Discovery, вот, с офигенной просто сеткой. ВТ-2 очень удобная, тонкая, и удивило качество изображения, оно не хуже, чем у достаточно брендированных прицелов. Сейчас делаем две группы по 4 пули. Ветер уже не очень приятный. Но вес пули, в принципе, достаточный. Первая группа есть. Вторая тоже получилась. Смотрите. Так, ну вот у нас первая очень впечатляющая группа, скажем так. Вторая уже, соответственно, выше, потому что я сместил прицел под немножко другим углом, видимо, стал смотреть, и ветер помешал. Ну, то есть винтовка позволяет кучу делать, как вы видите, если тем более в тире, то очень хорошую, очень хорошую. Но, безусловно, винтовки FX Crown и Impact, они позволяют то же самое, но делать на гораздо больших расстояниях. Поэтому эта винтовка все-таки, она, скажем так, любительская. Вот. Но Т-12 есть в наличии в Охотника.нет, стоит она недорого, покупайте.